Итун, что с тобой? Линдзюдзю, ты чересчур коварная. Как только увидела Юйбо, сразу поменялась. Не понимаю, о чем ты. Пожалуйста, отпусти меня. А ну стой, я не закончила. Тебе недостаточно? Я... Только что приснился сон? Боже мой! Этот сон был настолько реальным! Я опаздываю! Студенты, сегодня мы поговорим о понятии «деловая речь». Она применяется в компаниях, учреждениях, государственных органах и важных встречах. Перечень ты! Учитель Ван, в молодости вы были таким красавчиком! В следующий раз приходи пораньше. Итак, давайте продолжим нашу лекцию. Тихо! Ты по-свински ко мне относишься. Реально уснула. Я не смог разбудить тебя. Я крепко спала? Ты проспала больше часа. Нер, узнай. С каких пор ты увлеклась деревьями? Я нашла. Здесь была Сяо Цзё. Считаешь, что ты царь обезьян, да? Если как Будда, подними пальцы вверх. Послушай, ты повредил общественное имущество. Я должен пожаловаться. Или расплатись двумя обедами. Я поняла. На самом деле это был не сон. Как долго я спала? Чуть больше часа. Я так долго там пробыла, а здесь прошел всего лишь час. Я поняла. 1 час в 2020-м равен 1 неделе в 99-м. Куда ты? Подожди меня. Вам не кажется, что она неожиданно притихла? Чего глазеете? Это ж превосходно. Кажется, в самом деле. Что с ней не так? Вот что я скажу. Отношения с людьми — это всегда чистосердечный обмен. Ты даже не замечаешь, как относишься к людям. Такой, как ты, может кого-то судить? Что? Почему эта девушка так на меня похожа? Как я оказалась в комиксе Джан Юйбо? Я же не связана с его исчезновением. Почему не хватает последней страницы?
Джан Юйбо в опасности? Нет. Я должна вернуться. Странно. Почему я не могу войти? Сяодзи, ты чего это творишь? Можешь не делать глупости. Ты кто? Офигеть! Как ты здесь оказался? Жуть! Не дайте ему уйти! Он может рассказать о нас! Сяодзю? Лянзи, ты тоже сюда попал? Почему я так одет? Как ты узнал об этом месте? Как узнал? Джан Юйбо, ты тоже здесь? Лин Дзюдзю, нигде от тебя не скроешься. Лини Тун. Ты назвала меня извращенкой. Только ты здесь извращенка. Да когда это было? В конце концов, ты... Хватит! Когда это закончится? Джан Юйбо, не злись. Точно. Я читала твои комиксы. Как я могла в них попасть? Я... тебе нравлюсь? Ты... тогда в столовой, возможно, я перегнул палку. Извини. Ничего. Я хочу попросить тебя об одолжении. О чем? Прошу, в будущем, нигде не упоминая рукописи. Ни слова. Ладно? Да. Как скажешь. А? Джан Юйбо! Сяодзю! 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 Ты знаешь, где ошибся? Не знаю. Не знаешь, не в курсе? Я все понял. Понимаешь, где ошибся? Я бы не рискнул. Отойди! Ты чего? Он! Под моей защитой! С этого момента не смейте над ним издеваться. А ты кто? А тебе какое дело? Иди отсюда. Я не бью женщин. Чтобы вы знали, мой дядя начальник учебного отдела. Только попробуйте меня тронуть. Подожди, чертов толстяк. Сам ты чертов толстяк. Сяодзю, спасибо. Ничего особенного. В будущем, сталкиваясь с подобными людьми, ни в коем случае не бойся. Чем больше будешь бояться, больше будут издеваться. Я знаю. Я пойду. Сяодзю. Я хочу поговорить кое о чем. О чем? Ты мне нравишься. Ты мне тоже нравишься. Как хороший друг. Правда? Ну, я пойду. Надеюсь, он понял. Джан Юйбо, наконец-то я тебя нашла. Зачем искала? Где твой комикс? Там не хватает последней страницы. Думаю, это имеет отношение к твоему исчезновению. Какое еще исчезновение? О чем ты? Я здесь, чтобы тебя спасти.
В общежитии? Я сама принесу. Это мужское общежитие. Так, видишь дерево в начале улицы? Подойди к этому дереву, поверни направо, пройди 500 метров, увидишь желтый дом. Затем поднимись на второй этаж, там есть синяя табличка. Медпункт. По-моему, ты больна. Почему ты меня не понимаешь? А у тебя милая мордашка. Что вам нужно? Если вы продолжите, я закричу. О чем ты думаешь? Меня не интересуют такие, как ты. Все, что ты сегодня видел на складе, никому об этом не рассказывай, слышишь? Склад? Какой склад? Я никогда не был на складе. Не был. Будем считать, что ты смышленый. Как обстоят дела? Не волнуйся, он не посмеет ничего сказать. Лянди! Сяо Цзю, беги! Не нужно. Думаю, он слишком глуп. Нет необходимости. Не торопись. Что происходит? Этот парень как с того портрета, а главная злодейка сказала, что это Джан Ибо. Поздравляю, вот и ответ, именно он. Ты хочешь сказать, мы... Верно, попали в прошлое на 20 лет назад. Быть не может. Скоро английский, я должен вернуться. Это не сон. Не имеет значения, пошли. Бежим. Опять бежать? Боже мой! Я так устала! Они точно нас не догонят. Да, мое. Так и есть. Ты сказала, что это не сон, да? Как мы вернемся назад? Я тоже не знаю. Это параллельное пространство ленты Мёбиуса. Я не знаю, как вернуться. Но до этого я искала ключ. Однако так и не нашла. Ты считаешь, мы пробудем здесь до конца наших дней? Этого не случится. Возможно, мы неожиданно вернемся назад. Хорошо. Так где ты живешь? В общежитии. Я здесь не просто так. А чтобы выполнить миссию. Миссию? Какую? Господи, ты спланировал, чтобы я попала сюда, потому что мне предназначено судьбой быть с Джан Юйбо. Я здесь, чтобы спасти Джан Юйбо. Джан Юйбо, Джан Юйбо. А как же я? Ты. Ты сюда случайно попал. Может... Ты пройдешь в мою комнату, переодевшись в женскую одежду, если ты не против. В женскую одежду? О чем ты думаешь? Я солидный взрослый мужчина. Как я могу надеть женское платье? А куда мне деть свое лицо? Как хочешь тогда. Сестра, ты единственная, кого я здесь знаю. Ты не можешь просто так меня бросить. Ты только что назвал меня сестрой? Милая девушка. Сжалься надо мной. Пожалуйста. Ну что ж. У меня есть место, где можно тебя приютить. Ну вот. Вот и оно. Ты уверена, что здесь можно жить? Конечно. Это мебель для проживания. Конечно, люди могут здесь жить. Ладно тебе. Лучше, чем кормить комаров на улице. Скажи, можешь одолжить мне немного денег? Я хочу остановиться в гостинице и хорошо выспаться. Живи где хочешь. Не нравится — катись. Ну и ладно. Я просто пошутил. Как мне с тобой связаться?
Звони в любое время. Офигеть. Это же антиквариат. Я могу забрать с собой? Псих. Боже мой. Я могу получить опыт путешествия во времени. Алло? Ну, как бы... Ты где? Какое тебе дело? Чего надо? Да ничего. Я просто хотел поболтать с тобой минутку. Я занята. Кладу трубку. Но... Это... Как бы... Ты боишься? Стоит тут боится. Чего? Главное, в этой комнате комаров немного. О, вот как? Ты лучше хорошенько выспись, потому что попал туда по блату. Ладно, ладно, признаюсь, мне страшно. Ты же все-таки мужчина, взрослый мужик. Ладно, ладно. Я в квартале Мэйфэн у маленькой закусочной. Поторапливайся, я не буду тебя ждать. Хорошо. Офигеть. Сяодзю! Наконец ты пришел. Знаешь, как долго я тебя ждала? Я только что нашел. Хозяин, деньги на столе. Ну и... Айна! Где он? Это все из-за тебя. Я упустила Джан Юйбо. Где он? Что тебе от него нужно? Ты забыл, что рассказывал учитель Ван? Он исчезнет, поэтому мы должны все выяснить. Вот что я тебе скажу. Вечером в этом районе небезопасно. Может быть, в тот день он шатался, и его кто-то зарезал? Не каркай. Тьфу-тьфу-тьфу. Я хочу вернуться. Тогда иди. Скажи, как вернуться? Я не знаю. Может, одолжишь мне немного денег? Я больше не хочу там жить. Хочу в гостиницу. Сколько раз я тебе говорила, я тоже здесь бедный студент.
У меня нет денег, иначе зачем бы я предложила пробраться в общагу в виде девчонки? Больше не разговариваем. Я собираюсь найти Джан Юйбо. И откуда у меня такой друг, как ты? Господи! Я не нахожу себе здесь места, а ты посылаешь дождь. Позволь мне вернуться живым! Семидесятидвухчасовое правило выживания. Призовой фонд составляет 100 тысяч. Отец Небесный, спасибо! Недавний концерт Аарона Квока прошел при полном зале. Подождем, пока не разбогатеем, чтобы пойти. Что с тобой? Я хочу тишины и покоя. Она была веселой, когда брала одеяло. Почему она изменилась, когда вернулась? Как соседи по комнате, мы должны регулировать собственное душевное состояние. Но жить с такой соседкой, которую колбасит, задача не из легких. Она выглядит так, будто действительно с кем-то встречается.我轻轻地诉说我好想你，我好想你，总是在梦中遇见你。 Давно не слышала, чтобы ты пел с такой искренностью. Неужели ты с кем-то встречаешься? Это же не Лин Цзюдзю. Хватит нести чушь. Кстати, почему ты пришла сегодня? Тебя повидать. Тебе явно что-то нужно. Скажи, в чем дело? Я хочу организовать концерт. Хотела узнать твое мнение. Концерт? Ладно, давай здесь попрощаемся. Не забудь о концерте. Да, возвращайся домой пораньше. Тебе тоже стоит вернуться. Сяодзю, где тот таинственный парень, которому ты отдала одеяло? Не говори ерунду. Ужас! Как я могла забыть о нем? Привет! Мама, что этот дядя там делает? Малыш,
И если будешь плохо учиться в школе, когда вырастешь, тебя посадят в витрину, как этого дядю. Мама, мне пора в школу. Нам нельзя опаздывать. Хорошо, хорошо. Почему этот чертов Лян Дзе мне не отвечает? Джан Юйбо, Джан Юйбо, как ты голову повредил? Больно? Я в порядке. Джан Юйбо, не отчаивайся, сестренка. Девушке добиться парня расплюнуть. Будь спокойна, это всего лишь дело времени. Джан Юйбо получил травму. Я должна его защитить. Верно. Чтобы защитить человека, сначала нужно войти в его жизнь. Спасибо, мяу-мяу. Я поняла. Пойдем. Ребенок наконец-то повзрослел. Найти возлюбленного за 21 день. Я что, читаю подобные книги? Разве это не твоя чудо-штука для написания любовного романа? Если вы хотите сблизиться с понравившимся человеком, необходимо узнать, чем он интересуется, чтобы найти общие темы для разговора. Девочки, могу я попросить об одолжении? В таком случае я обо всем позабочусь. Разумеется. Начинаем первое занятие вечера дружбы. Подождите-ка, хотите пить? Сначала ответьте на вопросы. Повинную голову и меч не сечет. Мы спрашиваем, вы отвечаете. Чем увлекается Джан Юйбо? Он любит играть в баскетбол. Каждый день в 5-6 часов вечера мы зовем пацанов и устраиваем поединок. Следующий. Помимо занятий, чем еще он занимается каждый день? Каждую вторник и субботу он ходит петь в бар «Космическое столкновение». Девушка, твоей маме зять не нужен? Сейчас не время клеить девушек. Клеить девушек? Что это значит? Это значит ухаживать за девушкой, которая тебе нравится. Тогда мы всем миром помогаем тебе клеить парня? Я сражу его наповал. В чем дело? В последнее время ты немного странный. Что именно? Что странного? Вы все что-то от меня скрываете? Нет. Абсолютно ничего. Недавно мой кузен поступил в университет, поэтому я хочу сделать ему подарок. Я поразмыслил и подумал о своем компьютере. Так или иначе, мне от него мало пользы. Подарю ему компьютер. Не надо! Мы все живем благодаря компьютеру. Почему сразу бесполезный? Да. Но мне всегда казалось, что он распространяет мои тайны. Чувствую, что у меня теперь нет секретов. Мне следует от него избавиться. Мы выясним. Уверен, нас нельзя победить. Мы выиграем. Ван Гадун, где Джан Юйбо? Он сказал, пару дней будет очень занят. Да, верно. Пойдем поиграем.
Сяо-дзю! 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 Джан Юйбо! Ты следуешь за мной всю дорогу. Что тебе нужно? Почему ты всегда меня избегаешь? Ты боишься меня? Несовершение обдуманных поступков. Я знаю, что ты любишь группу «Черная пантера», поэтому прими этот альбом. Ты мне нравишься. Прости. Ты мне не нравишься. Это ведь твое? Разве не твое? Это не мое. Ты помнишь, что сказала мне только что? Я ничего тебе не говорила. Уму непостижимо. Я опять был слишком резок? Мы снова вернулись. Разве ты не собиралась остаться там, чтобы расследовать исчезновение Юйбо? Вдобавок, признаться в своей любви. А тебя отвергли. Ты следил за мной? Я все думала, куда ты запропастился. Оказывается, ты просто молча заботился обо мне. Эптьфу! Мы не связывались 3 дня. Ты как-то искала меня? Я звонила тебе 1 раз. Сестра, 1 звонок за 3 дня. Тебе совесть-то есть? Вот что значит забыть о друге. Что такого в этом, Джан Юйбо? Запрещаю о нем так говорить. Нравится и все тут. Ты придешь в себя? Вообще-то он тебя отверг. Более того, он в 99-м, а мы в 20-м. Это даже не одно время и место. Ну и что? Девушке добиться парня расплюнуть, пока он не разглядел моего сияющего света. Но в один прекрасный день я ослеплю его. Я бы сказал, вы двое совершенно нереальные. Ладно, скажи мне, как ты собираешься вернуться? Оставь меня в покое. Хорошо, ухожу. Фиг с тобой. Почему эта книга стала толще? Плохо дело. Джан Юйбо в опасности.
Считай, бабуся, ты так.